вообще, она, по сути дела, 7 часов как-то было вот задержано. Мы не знали, где и что с ней происходит. Ну и потом так можно делать такие предпосылки, что большого выбора у нее не было. Или покинуть страну, или, наверное, какие-то другие последствия были не очень благоприятные. Уважаемые граждане республики. Все это время Светлана находилась наедине с этими двумя чиновниками, представителями силовых структур. Она была без связи, со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику. И результатом этого, как вы знаете, стало видео, которое недавно вышло.